В общем, сварил борщ классический с овощами, с курочкой, вот. И к нему взял вот килограмм целый каймак сметана. Вот, так что, ну, килограмм-то не уйдет сметаны, ну, одна вот такая. Кстати, очень дешевле обходится. Вот килограмм сметаны я взял за 210 лир, когда его 150 грамм продают за 79 лир. То есть, когда крупняком берешь, всегда выгодно. Вообще, килограмм вот не обошлось. И вот такая сметанка, хорошая, вкусная, очень, вот. Так что можете поверить на слово. Не буду вам сейчас вот раздербанивать его, все там это. Но очень-очень вкусное. Так что сейчас время борща. Вкусного, хорошего. Лето пришло со сметаною. Всех вам благ.